Я помню твои титульные амбиции, когда ты победил Миграна Арутуняна. Аллаха миндабрштар! Ты тогда уже был заряжен выйти на титульный бой. Что случилось в последнем бою? Ты прям мощный был такой, заряжен. Жасулан крутит, он смог. Не смог оттуда выйти. Физически не хватило, наверное. Как ты сейчас настроен к бою против Абдусамада Сангва? Что ты думаешь о своем сопернике? Сильный, опытный соперник. Как всегда, я буду заряжен. Ты уже встречался с двумя бойцами из Таджикистана. В первом же раунде одолел обоих. Тебе дали сейчас другого бойца, тоже из Таджикистана, покрепче. У тебя какой настрой? У меня всегда один настрой, брат. Я выхожу выигрывать. Брат, он с Таджикистана или откуда-то. Он, я вижу его как соперника. Я хочу сказать лиге GFC, что я иду за поясом. Что было в Алмате, это было случайностью. Я иду за победой только. Алга, Казахстан. Ассаламу алейкум, Жасулан. Как у тебя дела? Алейкум, ассалам, пожалуйста. Жасулан, скажи, пожалуйста, как и где проходит твоя подготовка? Как ты готовишься к этому своему бою? К этому бою я готовлюсь в Алмате, в Арлане. Как обычно, как всегда. Арлан про Team MMA, этого же клуба же раньше не было, она недавно появилась, да? Кто основатель? Как так получилось, что все топовые бойцы Казахстана вошли в этот бренд? Это чья заслуга? Это заслуга наших старших братьев. Главным, в первую очередь, нам помогает в этом Тимур Кулибаев. Все, кто хороший результат показывает, те попадают в Арлан. У нас в Казахстане у всех бойцов, наверное, мечта попасть в эту команду, потому что самая лучшая команда. У всех бойцов мечта попасть в эту команду? Почему там какие-то привилегии, деньги дают на подготовку, зарплата там что? В первую очередь, команда это сильная, потом помогают, да, зарплату платят, там, сборы организовывают, все. Все, какую помощь надо нам, все они делают. Поэтому он самая лучшая команда, наверное. Хочу сказать, что я завидую вам, братьям-казахам, белой завистью объединить весь казахский ММА в одну мощную команду. И уже 4 бойца из Казахстана подписаны в UFC. И в ближайшем будущем будет еще UFC Казахстан. О таком можно только завидовать, брат. И, конечно, очень радоваться. На самом деле я очень рад, брат. Я обязательно приеду на Казахстан UFC, если будет. Все, брат, ждем. Скажи, пожалуйста, вот касаемо твоего боя, что случилось в последнем бою? Ты прям мощный был такой, заряжен, я подходил к тебе в раздевалку, прям я даже чувствовал, вижу, прям ты мощный такой, готовый. Я думаю, что ты выйдешь просто как танк, переедешь своего соперника. Что случилось? Брат, есть такие моменты, которые не могу я обсуждать. Вообще, по плану все было хорошо, просто... Соперник – это спорт, как-никак, ММА, непредсказуемое ничего. И так получилось, что поймался на болевой и не смог оттуда выйти. Физически не хватило, наверное. Да я видел. Жасулан крутит, он смог. Ты отключился, но не сдался. Это все видно было. Это просто на самом деле заслуживает уважения. Наверное. Многих бойцов характер такой, наверное. Я не хочу просто так сдаваться или там застучать в таком. Лучше до конца, думаю, терпеть буду. Не усну, думаю. Так получилось. Уснуть тоже не хотел и сдаваться тоже не хотел. Как ты сейчас настроен к бою против Абдусамада Сангва? Примерно такой же боец, с таким же стилем борец. Что ты думаешь о своем сопернике? Брат, ничего не думаю, он сильный, опытный соперник. Как всегда, я буду заряжен, дерзко выходить, дерзко готовиться, потому что без разницы, какой соперник, главное выходить, свое делать. Он, я вижу, что он хороший, очень опытный. Тоже с Таджикистана, да, брат? Да. Мой земляк, мой друг даже, можно сказать. Но это спорт, брат, ты же знаешь. Да, брат, спорт, ничего личного, чисто спортивный интерес там. Я его не выбирал, они сами мне поставили этот бой. GFC поставила этот бой. Надо драться, и все. Ты уже встречался с двумя бойцами из Таджикистана, двумя, можно сказать, хорошими бойцами, и ты в первом же раунде одолел обоих.
Вот, и тебе дали сейчас другого бойца, тоже с Таджикистана, в таком же весе, покрепче. У тебя какой настрой? У меня всегда один настрой, брат. Я выхожу выигрывать. У меня нет там, брат, он с Таджикистана или откуда-то. Он, я вижу его как соперника. Все, выйду, подерусь. Все. Так получится, так получится. Но я буду драться всегда до конца. Я помню твои титульные амбиции, когда ты победил Миграна Арутуняна. И ты тогда уже был заряжен выйти на титульный бой. И случилось то, что случилось в Алма-Ате, на родных стенах. Как, с каким настроем ты теперь будешь выходить на бой? Брат, я всегда, я с GFC пришел, чтобы здесь забрать пояс. У меня планы еще не изменились. Я должен и заберу этот пояс, иншаллах. Потому что у меня другие цели нету тут. Я за поясом только. И дальше посмотрим, как будет. А ты лично общался с Абдусамадом Сангвом? Ты знаешь, какой он человек вообще? Брат, не получилось так. Не встречались раньше. Иншаллах, встретимся, хорошо поговорим, пообщаемся. Кто тебе помогает, говорю, для подготовки к этому бою? Только Арлан. Арлан ММА против ИМА. Скажи, пожалуйста, настрой у тебя какой? Что тебе организация сказала? Я заряжен, брат. Не знаю. Я должен выиграть, потому что мне эта победа нужна. Ну, как и Абдусамад нужна, но бой покажет. Кто хорошо будет готов, тот и выиграет. А так Абдусамаду ничего не имею. Какой исход не был бы. Это спорт. Я никогда ничего не буду против иметь против него. Чисто спортивный интерес. Выйду заряжен, выигрывать. Иншаллах, если получится, выиграю. Такой настрой. Я помню твой бой с Миграном Арутуняном. Ты в этом бою был в качестве андердога. Как ты настроился прям до последнего, в самом последнем моменте? Ты отправил своего соперника в технический нокаут. Это был твой план на бой? Альхамдулиллах, Аллаха мында бір шүкір. План на бой был изначально его на дистанции держать и каждый раунд, конец каждого раунда попробовать что-то свое атаковать. Получилось это в третьем раунде. Я попробовал, что хотел. Получилось так. Я не думал, что буду нокаутировать. У меня был настрой только выиграть. Насколько изменилась твоя жизнь после этой победы? Очень хорошо. Хорошая сторона. Я в первую очередь попал в команду Арлан. Думаю, про Тим. Вот. Именно эта победа привела тебя в Арлан ММА про Тим, да? Да, брат. И я радуюсь. Я хотел в эту команду попасть, но не получалось. И после этого боя получилось так, что попал в эту команду. В городе Самара очень много представителей Таджикистана. И каждый раз, когда бойцы из Таджикистана выступают в этом городе, такое ощущение, что они дерутся в Таджикистане. Такая армия болельщиков. Можно сказать, что Абдусамад будет драться в родных стенах. Вот это вот будет на тебя давить, на его территории, да, грубо говоря, драться? Или у тебя будет команда мощная, тоже придут? Брат. Мне тоже в Самаре казахов тоже много, оказывается. Мне очень много казахов пишут, что они придут поддержать. И кроме этого, с Казахстана мои друзья, мои болельщики тоже поедут, меня поддерживают. Я думаю, не меньше Абдусамада будет меня поддерживать там. Я так думаю, там очень жарко будет. У тебя есть какие-нибудь пожелания, допустим, казахским фанатам? Что-нибудь сказать? Землякам. Хочу сказать, что поддерживали всегда наших бойцов. Что бы ни было, потому что мы защищаем честь своей страны. Какой боец ни был бы, он свою честь страны защищает. И поддерживали, болели за нас всегда.
Есть что сказать своему сопернику? Допустим, я уверен, что это видео увидит Абдусамат Сангов. Что-нибудь хочешь ему сказать? Хочу пожелать удачи, подойти к бою без травм, в отличной форме и подраться хорошо, дерзко, там как красивый бой сделать. В СНГ самые такие активные фанаты — это таджикские. Таджикские фанаты тебе пишут что-нибудь? Бывает, да, брат, пишут. Негативное или приятное? Можно и так сказать, брат. Это всегда так получается. Но я особо внимания не обращаю, потому что это спорт. Понял, брат. Я от себя лично желаю тебе тоже, чтобы ты тоже в хорошей форме пришел к этому бою. Вот. Всем фанатам Лиги GFC, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать Лиге GFC, что я иду за поясом. Что было в Алмате, это было случайностью. Я иду за победой только. Алга, Казахстан.